Питер. Не хочу тебя пугать. Стой там и не двигайся. Хорошо. Но я хотел бы тебе кое-что рассказать. Это невозможно понять, Питер. Я думал, что буду знать, что сказать, но могу лишь только извиниться. Это я. Это я, Питер, и мне очень жаль. Вы не мой отец. Я твой отец, Питер. Только послушай меня. Мой отец мертв! Питер, послушай. Он мертв! Кто вы? Мне пришлось исчезнуть, прости. Пойми меня, пришлось исчезнуть, чтобы ты был в безопасности. Лишь бы тебя спасти. Что? Что? Скажи! Скажи, что ты хочешь сказать! Что ты хочешь сказать? Где ты был? Ты же умер. Я не умер, Питер. Мне пришлось, чтобы ты остался в живых. Это нужно было, чтобы ты был в безопасности. Питер, послушай, послушай. Я сделал это, чтобы тебе не пришлось отвечать за мои ошибки. Я оставался в стороне, чтобы Осборн не причинил тебе вреда. Понимаешь, о чем я? Других вариантов больше не было. Питер, мне очень жаль. Мне очень жаль. Ну почему сейчас? Почему ты сейчас вернулся? Твоя мать знала, что когда придет время, мы будем нужны тебе. Перед тем, как она умерла, я пообещал, что вернусь к тебе, когда придет время. Я знаю, каково это терять любимых людей. А теперь мы оба говорим от лица мертвых. Если потеряем надежду, значит, все Осборны мира победили. Твоя мать умерла напрасно. Гвен умерла напрасно. Я не могу с этим смириться. Я не знаю. Я не знаю, как жить дальше без нее. И не надо. Она с тобой. Я очень изменился, Питер. Раньше я был высокомерным. Настолько высокомерным, что верил, что моя судьба — это спасать людей, спасать мир моим трудом. Хоть я и сделал всевозможное, чтобы спрятать результаты работы, их все равно нашел тот единственный человек, способный распоряжаться ими. Может, спасение никогда и не было моей судьбой. Это твоя судьба, сынок. Но с огромными способностями приходит и огромная ответственность. Я люблю тебя, сын.